Друзья, с вами, как всегда, всем привет, друзья. С вами, как всегда, драйвер 51 Рус, Злой Слон и Антоха Вегас, Дон Дигидон. Играем мы сегодня опять в игрушку в мультиплеере. Как ее зовут, не помню. Найдете. Увидите, название, да. Название в описании, ребята. Мы не можем никак выговорить. Так, гоняем в мультиплеере на пираточке. Йо, поворот! Что так резко? Вы что там долго едете? Так, присоединяюсь я к вам, парни. Куда ехать? Налево, да? Ссылка на игру на одиночную, ребят, будет в описании под видео. Что-то мне не нравится. Ну а про мультиплеер пишите. Пишите, если что, запишем видео, как делать их, как играть. Да ё! Дебан, что ты тихо говоришь, мне кажется. Да? Ну, есть такое. Сейчас, да? Алло. Да что там, может, микрофон у меня подтупляет слегонца. Да и запись пусть идет. Так, ну все, я тут. Блин, тут надо на какой-нибудь маленькой тачке Выбрать машину. Что, на восьмерочке надо? Давайте я на вагоне попробую. Ну я готов. А что тут с нами? Только бот, да? Больше пока никого. А, вы в гонке. Наблюдать, давайте посмотрим. Пока да, с нами. Ух ты, это кто это тут? Кто это тут корову замочил? У кого тут это? На капоте корова. Череп от коровы. А, и Паша. А, бот стоит. Паша бота поймал. Ё-моё. Вы что там, не рядом? Не. Он только где-то сзади. Чуть-чуть, да. Она что-то какая-то, блин, неповоротливая. А тут тоже еще и бывает из-за колес зависит. Одни колеса поставишь нормально, а другие хреново. Так, ну пошла запись. И пошла запись. Что-то Антоха, у тебя она на разгон, она такая велая. Вообще, она не едет. Смотри, что делает. Смотри, что творит, а? Где он там? А, ты его порешил. Надо уже. Сбежал. Что-то кого-то тут. А, все, я готов. А, так, сейчас карта меняется. Дальше? Так, гонка на ведрах. Укороченный круг. Сейчас, ребята, мы дадим по укороченному кругу. Как дадим? Ну, я вагончик хочу. Давайте на вагончиках. Не, я сейчас хочу кое-что проверить. Маленькую точилку одну. Интересно. Точилку? Ну смотри, Антоха у нас поедет на точилке. Я на крыле поеду. Так, все. Я уже в седле. Так. Я надеюсь, у меня видос загружается на этот, на канал. Не будет меня там дергать-то. Передергивать. Так, что же макаем? Хлебанул кофейку, аж подавился, твою мать. О, там только на перчатке поехал. Да. И вот он, вагон. Твою мать! Твою мать! Я по привычке, помнишь, Паша, я по этой трассе гонял с этим, с Иваном направо, ешкин кот, думал, собьюсь, да, это отбойник, ёкарный бабай. Весь вагон размотал. Антоха, хорош беспределить. У меня, смотри, уже дверь открылась сзади, сейчас все повыпадает. Блин, а передний привод тут хреново, кстати, рулит. Ну, вообще хреново. Я тоже, у меня есть передняя приводная, но она что-то как-то вообще не управляется, не вытаскивает. Это вообще не едет. А ты в поворотах в пол топи. Да я топил, она вообще прямо едет, получается. Ё-моё. Не, я больше не буду на такие рейды. Кругов маловато, да? Вот тут бы кругов бы 10 поставить, вот поджиганить слегонца. Нифига у Паши, там только дым из-под колес валивает. Блин, опять, ребята, забыл музычку включить, ну ладно. Где есть-то все? Да едем. Мы где-то тут недалеко.
Я вообще в каждый поворот влезаю. Вот перед так вот. А вагон, кстати, нормально управляется. Слушай, вагон, да. Ну, жопа. Вагон вообще нормально вяжет. Я уже вон бота догоняю. Ничего себе, Паша, у тебя там походу колесо спустило, что-то дым такой большой. Я просто на всей скорости боком поставил. А-а-а. Вот оно что. Понятно. Кто-то там на вагоне несет. Да, кто-то. Что? Это железнодорожники. На вагоне. Ох, Антоха, вот и подставу тут заслал-то. Ё-моё, я только Пашу почти сделал. Подкупил тебя, Пашка, походу. На этот. На выигрыш. Ничего личного. Блин, слушай, вагон вообще танк просто. Вы мою дверь вообще, смотрите, что с дверью сделали. Ё-моё. У меня сейчас выпадет оттуда что-нибудь. Перчатку просто. Смотри, перчатку все. Потерял. Потерял перчатку. Потерял перчатку. Ну все, будешь теперь без перчаток зимой. Просто придавил меня к стене. Ё-моё. Ё-моё, что-то я. О, вы там колеса-то раздаете. Слушай, нифига вагон валит. Вагон вообще, слушай, огнище. Кто-то пошел в огород. Я прямую вышел. Слушай, я буду сейчас на вагончике еще попробую что-нибудь. Уже вагон, он и крепкий такой. И валивает отлично. Сдается мне, я победитель. На вагончике. Железнодорожники победили. Ура! Ура! О, кстати, ребята, сегодня день военно-морского флота. Всех с праздником, всех с праздником. У нас все равно сегодня там парад. Я все проспал. Придется перемотать на телевизоре посмотреть. Все, я там взялся. Нифига ты его обшатал. Слушайте, вагон вообще огонь. О, Антохи там вообще инвалид какая-то раздолбанная. Где Антоха? Вот он едет. Уф! Один спойлер приехал. Вообще огонь. У вас что, еще круг, что ли? А, у Антохи, он же не доехал, на встречку там ехал. Я же в обратку поехал. Ну, у тебя, Антоха, пол машины, короче, нету вообще. Это кто, ты бот? Не, это Паша с трубами. С трубами это Паша. А Паша, ты закончил же гонку, да? Да. Это, так это просто машина катается. Я сейчас ее буду гасить. Сложи мою тачку! Слушайте, у тебя там что-то огонь где-то там выстреливает уже, там смотрю. Блин, не успел. Все. Гейм овер. Слушайте, вагончик мне понравился. Сейчас я еще раз на вагончике. Да, вагончик хороший. Вагончик отличная штука, ребята, вообще. Покупайте, ребята, вагон. Вагон. Так, сейчас что, карта меняется? Гонка на выбывание будет. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, попробуем вагон на выбывание. Что, может, вытащит. Буду вас таранить. Так, нехотя. Случайно. Случайно буду зацеплять так. Невзначай. Ой, еще и асфальт. Ну ладно, что, проверим вагон на асфальте. Какого ты там вагона дури? Да 250 там вообще как-то ни о чем. Маловато так. Берите вагоны, поехали на вагонах сейчас. Так, как а что такой вагон у тебя слабый, подожди. Ну, я же поставил броню, двери защитил. А то вы мне давайте на вагонах. А то вы мне двери прям вставляете в салон там практически. Давайте на вагонах, я за. Я немножко бронернулся, чтобы потяжелее. Пашка что-то к вагону там что-то прикручивает. Мутит, что-то мутит, прикручивает там к вагону. Чё вагон? Ну, Пашка не на вагоне, слушай. Пашка на трубах.
Антоха, у тебя гроб там. У тебя гроб сзади. Это специально. Нажимаешь кнопочку, он вываливает. Ну-ка, отстаньте. Ничего, у тебя вагон так нормально едет. Ой-ой-ой. А он качественный, а максимум. Да у меня тоже, но у меня железо стоит еще сверху. Паша, мы с тобой куда-то в огород уехали. Ты куда меня загнал? Блин, и двери мне... И двери мне вставил задние, блин, уже в салоне. Блин, а на выбывание же, ёшки, я сейчас вылечу. Иди твой налево. Все пропало, короче, ребята, я сейчас вылечу. Давайте быстрее. Ну, Паха, ну ты подставу-то заслал, конечно. А я там, блин, подставился. Подставил, ну ты-то сдернул уже, а я последний. Догоняй. Так куда сейчас уже, по-моему, не вариант вообще. Да ё-моё. Ой, блин, я тоже все эти позбивал. Да ё-моё. Все, я вышел. Шишел, вышел, все. Вышел, приехал. Вагон. О, у Антохи от вагона ничего нету, слушай. Ну. Ну ладно, останемся пока на Антохе. Думаю, Паша его догонит. Не успею. Не? Наверное, нет. Ну-ка сейчас посмотрим, тогда где Паша. Так. Вот. Оу, Паша там вставляет. Не, ну ты вон бота видишь. А, ты сейчас вылетишь, правильно. Но мне времени просто тупо не хватит. Бааа! Антохи тоже на каждом повороте блин, все двери открыли. Ты такое пропустил вообще. Ай-яй-яй, я не смотрел. О, что-то да, у тебя как-то машинка похуже стала. О, у тебя что там тоже там? Слушай, надо тоже такой... Оу, Паша, ты что там собираешь углы все? Все. Расхлестал, короче, тачку. Переходим на Антоху. У Антохи колесо скоро отвалится. Да. Во, уже что-то отвалилось. Да, кстати, это выбор камеру, знаешь, какая? Третья сверху. Сферическая. Вот это прикольная камера. Камера. И что с ней делать надо? Ну нажми просто на нее. А, ну что, она крутится? Да. Да она собирает сейчас, у меня вообще за забором снимает. Ну ты мышкой крути, она крутится вокруг. А, да? Ага. А, о, слушай, ну да, внутри. Как там 20 секунд, да? Я просто не лазил, не смотрел. Ну да, прикольно, слушай. Ну да, со всех сторон можно покрутить. Ну, колесико ближе, дальше можно делать. Оу. Еще прикольно, наверное. Антоха, у тебя даже шлем кривой, слышь? А что же шлем деформировался? Жестко. Не, ну... Шлем погнуло. Не, вагон нормальный. Если бы Пашка не прессанул бы меня, я бы, наверное, еще сейчас поборолся. Сейчас тоже вагон возьму. Гонка будем как паровозик ехать-то? Да. Ту-ту, все на вагонах. И все на вагонах. Так, тут что-то тоже. Ну я все равно на вагоне еще разочек. Мне надо. Я хочу нормальную трассу, вот песочную такую, где вот пух, как стрельнуть с пушки. На дерби попробовать его. Вот на дерби он должен быть нормально, кстати. Он тяжелый, вставляет от души. Не, он вагон этот. Что-то никого нету. Все готовы. Всех Пашка вагон ищет. Потерял вагон Пашка. War wagon. Военный вагон, что ли? Да. Обалдеть. У кого там коляска? Антоха ребенка не потеряй. Оба-оба. Нифига, малышка, вот это прикольно. Она полнобрывная. Но. Эй! Антоха, ты кричи, у меня дети в машине! Нифига коляска валит вообще. Полноприводная, нафига. Ой-ой-ой-ой! Я ушел в огород. Пашка, ничего личного. Хотел тебя развернуть, полицейский поворот не удался. Ой-ой-ой!
Ой. Блин, ну а слушай, тут кружок какой-то маленький. Нифига. Антоха, у тебя дети, тебе нельзя так быстро ездить. У тебя дети в машине, ты чё? Уже коляска еще на месте не потерял? Да, потерял. Короче, выкинул куда-то. О, черт, я цепанул уголок. О, Паша там вставляет. Ага, Паша, не ожидал, что ты протаранишь меня, а сам улетишь. Нифига, Антоха, смотри, ввалил. Вообще не ожидал. На маленькой Юркой вы на своих там пока повернете. Нормально. Ну если мы тебя вставим, ты разберешься там, наверное, в раз. Не надо мне вставлять. Ну мы не в этом смысле. Я понял. В смысле небольшого ДТПшки. Не надо мне вставлять. Какие у тебя мысли? Ну. Ух. Давай. Да ты смотри, он там в натуре навяли вот на этом маленьком своем мопеде. Это Запорожье. Вагон, конечно, чутка бы ему бы мощей бы. Вот бы было бы красава. Тяжело, но. Ну тут видишь, тут как бы маленькие расстояния, его не разогнать. Приходится постоянно сбрасываться, и на раскачку он долгий. По трассе, я думаю, он нормально вяливает, а тут что, караскульки такие, надо стрельнуть. На таком, конечно, тяжеловато немножко. Охуеть, какой похуй. А его не ругайся. Блин, да просто. Не, ну в принципе вот я Антоху вижу постоянно, то есть он далеко от меня даже не убегает. Ой-ой-ой, походу отбойник нет. А, все, уже конец, приехали. Я уже приехал. Ну, да я тоже приехал. О, Паха едет. Такое вообще раз. Корытище. Вообще корытище, не говоря. Разгоняется. Всё, уже и гонка кончилась. Нормально так. Нормально, ну, нереально. Ну, надо... У меня еще... Я на вагончике еще покатаюсь. Я подожду, когда будет трасса какая-нибудь такая хорошая, где вас можно протаранить. Поймать. О, не и надо, протаранить. Не надо. Так... Если меня заденете, то все, у меня пол тачки. Да. Мы тебя сразу там раскатаем. О, ни хрена себе. Гонка на выбывание опять какая. Битва каньон. Вот это жесть. Вот это где мой вагон? Я еду на вагоне. Так. Я по-любому на вагоне. О, слушайте, это с попрыгульками? Да. Нормально. Походу, да. Поймаю я кого-нибудь. На встречке я кого-нибудь поймаю. Так, ну ладно. У Паши тоже, смотри, он там за этот бронированный вагончик-то. Ну, у меня вообще весь закатом в броню. О, бумер у Антохи какой-то. Или это ты бумер у тебя был, который? Не-не-не, я другой возьму. Бумер натурил. На бумере, ну. Подожди, надо было черный бумер, чтобы у тебя был. Так. Матадор какой-то. Что-то и Паша решил тут что-то подмутить. Что-то кто-то все мутит. Я не знаю, я на вагоне. Поеду на вагоне. Упс. Тихо, там череп повез куда-то. Йо. Ну-ка, вагончик. Да ёпта, что творит? Беспредел! У нас беспредел! Что говоришь? Бот вообще охреневает. Бот в шоке. Воу-воу-воу-воу. Чё-то кто-то тут навстречу пролетел. Да ёк,
Давай, давай, быстрей, быстрей. Уходим. Куда? О, у вас там заруба-то идет, вообще жесть. Оу. Ух ты, кто-то опять тут по встречке просквозил. Блин. О, еще бот там, что-то какой-то грустный едет бот. Бот выпал, он грустит. Ну. Вот ты чё, Антоха? Вот это огнище. О-о, кто-то ко мне подбирается. Ё-моё, это не есть хорошо. Ты ёп. Да ё-моё, Антоха, не ругайся. Бааа! Ох ты! Одного пропустил. Размотал. Кто-то вылетел, кого-то Антоху, за Антоху дали тут что-то. Пашка остался, да? Паша что-то притих, что-то замышляет, походу. О, это ты в кого воткнулся так? Блин, я выпал, охренеть. Антоха тебя выкинул? Жесть. Вообще жесть. Это просто жесть какая-то. Да, вообще. Да. Эх, Дима на пол морды вообще снял. Да вообще не говори, что-то он тут меня размотал. И капот куда-то у меня улетел. Просто прикольно. Давай, 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 ходу, ходу. На! Да ё-моё. Сейчас решает, это решает всё. У меня всё, у меня полтачки нет. Вау, у меня аж вагон на дыбы встал, ничего себе. Всё, я бываю. А, нет. Нет ещё пока. Наверное, пятак надо закончить. Ба. У Антохи вообще почти завершено. А кто? Кто кого? А, я первый, слушай. Первый, да. Вот это жесткая гонка. Не, вагон тема, слушайте. Вагон мне понравился вообще. Прям рот. А я думаю, что все время Паша на вагоне меня вставляет. Арена, арена, пацаны, арена. Ооо. Да ладно. Это нормально. Сейчас вот, сейчас будет замес. Замес. Да. Блин, надо было матадоров качать, бронировать по максимуму. Я готов. Блин, а я не готов так-то. Так-то не готов? Ну, а надо, что, блин, а что делать? Да. Антоха побежал за тачкой. Все парни побежали за тачкой сразу. Не-не-не, у меня грузится. О, грузится. Слушайте, вчерашний парнишка опять пришел. 27-й регион, помнишь, Паша с нами гонял? Ага. Позавчера он, по-моему, гонял. Мы его еще таранили, и выки, и он вышел, а обиделся, это помнишь? Минута, да, осталось? Минута осталась. Блин, подожди, да. Там отменить. Все, началось готов. Уже. Уже поехали. Ё-моё, все поздно. Ладно. Первый был бот. Ой, Паша, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Продолжение. Да-да-да. Морда, ты про мордастого? Да-да-да. Где вы там все есть? А где-то у меня слева все гремит тут непонятно. Вау, вы что со мной сотворили? Бедный вагонетку меня размотали уже, все, хламищу. Я тебя вижу, парень. Ааа, ушел, зараза. Стреляй, Глеб Егорыч. Ух, Паша чуть меня не засандалил, ты че? Да, блин, ну как так-то? Валим, 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 валим. Что вы с беготнёй тут устроили? Да вообще, вообще, вообще. У меня слов даже нет, что сказать. Я, брехи, не исключили из того, что я никого не вырезаю. Да ладно. Да. Так, бот тоже уже завял. Слушай, остался этот карифан. Как-то мне надо. Опа, 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 опа. Как бы мне его подловить-то, заразу? Я его не вижу ни хрена. Придется сделать полиция. Ух ты, ёп! Вообще не мог себе.
Вставайте на колеса, в руки ноги. Где он, мать его? Я его опять не вижу. Блин, Паша, в тебя воткнулся, я тут случайно. Где он опять есть? Ну ты упырь, ёшкин кот. Придется мне сюда выходить на дальнюю дистанцию. Вот он. Загрузка, ребята, выкинула меня с мультика. Возможно, что с интернетом что-то беда-бедовая какая-то. Все пропали куда-то. О, я появился, что-то меня выплюнуло куда-то. Паша тут? Да, тут. А, ну все. О, слушай, тут червячки что ли добавились? А, закрытый какой-то сервер есть. Угу. Мы на том же, да? 6 кругов, гонка на ведрах. А, это которая была, да? Ага. Вот, что-то Сираков, правда, стало. Вот да, это кто-то пришел. Самый. Рома пришел. Рома, мы записываем. Не ругайся. Да? Ну. Слушайте, ну а это самое. Что мне дальше делать? Я все скачал. Так, смотри, там, короче, патчи, они пронумерованы есть. 1, 2, 3, то есть. Угу. Первый запускай, там экзешник есть у него. Экзешник запускаешь, открывается менюшка, указываешь путь до игры и все установить. И последующий также, по-моему, да? Да. А они потом... одинаково. Да, потом... Все готовы? А потом фикс. Фикс, я да, готов. Кидаешь в папку с игрой. А после... где экзешник? Фикс вторая наверху. Папка. Смотри, короче, я открыл первую. Открываю тут один кодекс, папка, да, написано кодекс, апдата и кодекс инфо. Апдату открываю, да, в апдате экзешник. Нет, там вторая папка где-то, там экзешник. Гонка, парни. Да, буквально минутку, подожди. После гонки. Он только беспредельщик. Я тебе подскажу. А, Тоха, ну ты же скачал, ты не помнишь как-то? Помню, я жду вторая папка. Все. Там первая кодекс, вторая какая-то папка. Все. Там все лежит, вот ты что. Там экзешн должен быть, да. Да-да-да. Ты ешь кинг-код. Иди отсюда. Хорошо. Да ё-моё. Ну, Антоха, вот ты меня засадил. Ё-моё. Я сейчас выбываю, я бота не могу догнать никак. Зараза. Вот и меня сразу под танк-то кинул. Молодец. Я запомнил. Я запомнил. Все, я вышел. О, нифига вы втроем. Писец, я вышел. Я вышел. И я вышел. Нет. Все равно не видит-то ни хрена. Вот Антоха, ну ты дал. О, все, смотри, Паша, он на тебя прессует уже. Е-мое! Вот это у вас там мясо. У нас заруба здесь жестко какая-то. У чувака тачка-то там прокачана на полную, смотри, у него даже этот, смотри, стоит железяка. Помнишь, я тоже стоял? Ага. А, и у Антохи стоит железяка. Я, да, тоже качнул, а Макс. Яй-яй-яй, не ругаемся же мы же записываемся. А это мое ведро там стояло, да-да-да. Вот это у вас там. Жесть вообще какая-то. 10 секунд. Смотри, Антоха по беспределу вперед вырвался. Первый стал, я думаю. 10 секунд, ё-моё. Ай-яй-яй. Так, кто-то сейчас из вас вылетит, походу. Жалко, моя тачка стоит там у бордюра посередине. Кто? Всё. А, Антоху развернул. Вот так вот, это тебе карма. Карма сыграла. Ё-моё. Вот это заруба. Нифига ты там черепушек понаставил, обалдеть. Весь в черепках.
Заруба вообще жесткая была прям. Ну, описывать такую херню. Лидер прям меняется каждые 5 секунд. Ну все, Антоху можно уже не смотреть. Да, можно переключаться на Пашку. Где Пашка? А у меня тоже что-то пока интересного. Во-во-во, у вас война, борьба. Он смотри, нам сзади шкварит за тобой. Он чуть не поймал меня. Да-да-да, чуть-чуть не поймал. Слушай, вот этот, как он? У него, забыл называть это, ё-моё. Шевроле. Белайр. Как он? Белайр. Как он называется-то, Игорь Батон? Белайр. Да фиг знает. Как он за тобой шкварит? Мне надо 40 секунд продержаться. Давай, давай, он сзади жужжит там конкретно за тобой. О, так он смотри, как подкрался уже сзади, незаметно. Ой, Паша, он тебя догоняет. Да-да-да, срезает. Ой-ой-ой. Он ушел, да? Ушел. Не, не, недалеко. Ушел. Его выкидывал на каждом повороте. Это, по-моему, помнишь, он, когда мы играли, его на каждом повороте выкидывало. У него с траекторией как-то тут хреноватенько немножко. Он не ловит тачку, ну, он ушел. Все патчи в одну, ну, короче, в одну... Папку с игрой, да. Нашел экзешник, да? Да-да, сейчас. Все, они аналогично, все три аналогично ставятся. И фикс потом сверху, ну, когда три сверху, поставишь. Да, это... И все, и присоединяешься. Так, что следует? Надо... Ну-ка, показывайте. Восьмерочка. 170 кр. Кр. Опять нам кр тут надавали. О, восьмерка. Восьмерка. Так, надо что-нибудь такое взять, я даже не знаю. Я знаю. А я на вагоне. Я приколюсь сейчас. А на автобусе? Я бы с радостью. Так, даже не знаю, что взять-то. Да ладно, попробую еще раз. Я хочу на вагоне буду кататься, пока трасса не пойдет какая-нибудь. Так, ну-ка. Так. Все. Подождите, подождите. Что-то я не могу, прикинь, выбрать тачку. Я должен, прикинь. Как вы не можете? Взять. Я не знаю. А, вы из выбора тачек не можете выбрать. Ну, да. Ну-ну, берите, берите. 5 кругов. Покрепче тачку надо выбирать. Это вот. Тачечку-то нужно покрепче, не по скорости, а по бороде. По бороде. По бороде. Опять колеса. Че я не еду? Кто-то тебе колесо распустил. Ой-ой-ой-ой. Так, ну начнем, братан. Иди-ка покури. Уф! Я по беспределу. Начинаю. Фига вы там в вагоне. Это эту заносит, ломаешь сейчас. Я походу угадал с тачкой. Я походу угадал. Вагон! Походу ты не угадал, Паша. На своем вагоне опять. Вагон. Вот вагон, вот нормально, надо земельные участки вот эти. Дачные поездки. Да как он это так вставляет? Это профессионализм, Паша. Я же драйвер, ё-моё. Я же драйвер. Кто-то тут затерялся передо мной. Бот что-то опять тупит, последний. Где мы? Это я последний. Это ты последний? А, нет, я предпоследний. Блин. Да хоть бота-то обогнать. Это мухорыб слева. Эть. Вагон рулит. Вагон рулит. У тебя вообще без брони вагон. Не, почему? У меня двери вторые стоят. Ой-ой-ой-ой-ой.
Решетка вторая. Завершено, вторая позиция. И бампера вторые. Нифига, там заруба шла тоже, ну. Вы там рядышком. Слушайте, вагончик прям... нормально. Я все по второму поставил, как бы, и нормально. По броняшке все у меня второй стоит. А, Sandstone Raceway. Опа, очки. Вот я трасса. Помню. Я на вагоне сейчас, я вам покажу. Подожди, какая трасса? Асфальт? Нет. Нет, грунтовый. Грунтовочка, точно? Да. Вы уверены? По-любому. Ну, это карьер. Мы сейчас в карьере будем говорить. Окей. Сейчас. Эй, славяне, мы тут дадим всем пиндюлей. Бей своих, чтоб чужие боялись. Поэтому вот последний едет, он боится, короче. Смотрит между собой тут такой. А, Карифуля с нами, да? Смотрю, это 27-й. О, Антохи нету. Антоха, ты куда слился? Антоха перепугался, вышел. Я тоже загрузка долго. Нет. А, все, у меня, прикинь, опять вылетело. Ё-моё. Что за хренотень? Не знаю. Антоха решил. Спросил, какая трасса там, асфальтовая, нет? Я туда, это, вылетел. Паша, вагон ищешь? Эх ты. Что, вы не начали? Нет. Вы не начали? Нет еще. Нет еще. А, кстати... 40 секунд у тебя есть еще. Ё-моё, успею, нет. Я готов, не ставлю. Подождите, стойте. Ну-ка, а если я поставлю, не готов, оно не скинется. О, скинулось. Опять. О, слушай, нормально. О, давай, я скинулся, и время опять перескинулось. Сейчас стараюсь. О, плохо прилипулит. Не готов. О, слушай. А может, я тут главный теперь? Смотри, я вырубаю, время перескакивает. Смотри. А там от количества голосующих все зависит. Да? Ну, в смысле, да, чем... А, ну, не готов, поставил ты, я, и да, все. Да, там, допустим, четверо из пяти готов ставят. Ну, что, Антоха, ты где? Я тут, тут. Ты готов? Я на бульдоге поеду каком-то. На самом бульдоге. Мы все поехали. Ой, я поставил, не готов, что ли? Готов, Паша, ты готов. Походу, валит вообще серьезно. Что за бульдог-то? Охренеть. Я почесал. Нифига. Он что-то... Ага. Ой-о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 й-
Сволочь! Я последний, гребаный насос, Жора, где ты был? О, кто-то маханул направо! Вот это он лоханулся! Это 27-й регион, да? Не туда повернул опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ты творишь? Да-да-да-да-да! Она так дрифтит просто. Да, я вообще сзади ставили. Антоха влупился. Или кто там влупился? Это я. Это Паша. Да я даже не понял, кто из вас влупился. Нас просто запинали туда. Да ёшкин. Антоха, у тебя этот наждак там торчит, ты смотришь сверху. Ну. Этот ломанул не в тот поворот, прикинь. 27-й регион. Да-да-да, он не туда уехал. У меня было тоже такое, я тоже не туда ломанулся, да, и все. Не понравилось тебе. Блин, на асфальте она, конечно, лупит вообще. Бульдог попробуйте, вообще огонь точно. Я и вижу, какой твой огонь там кувыркается. Антоха ушел в огород, короче. Ой, черт побери, кто это, кто здесь? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, Паша, ты хотел меня подстрелить тут? Что происходит? Чуть мы не сошлись. И вот лидер поменялся, е-мое. Ищ. О, ну ходу вагончик, давай, вагон рулит, ребята. Блин, тут колеса раскидали, даже в тени прям этот отбойник стоит, его даже не видно. Можно так воткнуться в него, как Паша. Как ты на своем вагонетке вообще так ездишь? Да, ну. Вот. Ух, ой, у меня мотор от дрезины просто стоит. Педальками помогаешь. Так, короче, теперь мне надо взломать. Ай-яй-яй-яй. Так, лечу, не ругаемся, мы записываем. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой.
Алло, ну, Бастер, не видишь? Так это дурно. Как звонило? Чуть не уже. Ой-ой-ой-ой, поворот, так, поворот, поворот. Пускаю читин, я запускаю. Да. Выбираешь процесс игры. О, кто-то летит. А, мне игру запустить надо. Чё, Паша пролетел. Да, да. Ах, тормози, тормози, зараза. Слушай, вагон вообще, слушай, штука классная. Кто-то выбыл, бот выбыл. Ты сейчас сразу, Ром, посмотри, у тебя в этом мультиплеере есть сервер такой, нет? Да должен быть, чё? Да мне тоже. Ну так, что проверим. Да, так давайте сначала ломанем, а потом... Ну давай. Управление там сразу поменяй. Мне чё, это мне что, надо будет уровни заново проходить, чтобы понять, где какой или что? Да не надо. И так потом чик-чик-чик попнешь и все. Ну вот, зашел я вот. Меня развернуло, да ёшкин! Да, вот сейчас смотри, у тебя какой уровень там, игре. Как есть уровень вообще? Я не спрашиваю. Альт-энтер. Альт-энтер это... Пашка, Пашка летит, Пашка летит. А, все, я приехал. Да. Какой у тебя уровень в игре, Ром? В правом верхнем углу у тебя уровень должен быть написан. Так, а он сейчас, может, обновление ставил, у него, может, там поменялось что, не? Ну вот я хочу знать, у меня... Она не сворачивается, как мне? Так, главный круг. Альтап не сворачивается? Вот сейчас круги будут. А у меня этот, я не... Alt-Enter в окошко делал, и все. Или в окошко, ну Alt-Enter. Я Alt-Enter, ну, в окошко делаю, и все. Кнопочку винду нажмите, которая между... Не, оно не берет. У меня наоборот, ладно. Берет, да? На альтап не сворачивает. Так, ну, опять у нас. Вот так, процессы, я готов. Какие процессы? Так. Ну, стрелочку нажать, пока... да? Нет, там компьютер такой, в левом углу такой маленький компьютер нарисован. Маленький компьютер. 4 работает, open, да? Да, open и... Ну там по иконке смотри, там сразу найдешь процесс, который нужен. Ну там иконка... Налево, да? Да, налево. Дерьман. Нашел? Прям возбойник. Вот смотри, я тебе говорю, у тебя какой уровень? Седьмой, да. Посмотри, вот рядом там будет написано количество опыта, которое у тебя сейчас. Число будет написано. Так где там? А? Кто-то за мной. Где там? Походу Паша. Какой там? Где там? Посмотри. Ты говоришь, посмотри там. Где там? Там. Рядом. Сходи. Сходи туда. Куда? Туда. Там прям рядом. В игре или engine? В игре, конечно. Вот у тебя написано 7 уровень, и рядом число написано. Количество опыта твоего. А, опыт 58713. Гость, слушай. Вот, запомни вот это число, теперь сворачивай игру и в чит инжину, где вагон тема. Киркскан, короче, чуть ниже есть строчка, туда вписывай. А, хекс сюда. 58. Да, вот, да. Нормальный дрифт писал. Написай, нажимай киркскан. Да. Вот это сзади прям жужжит. Вот. Да, выскочило у меня тут сколько-то там всяких. Да, разворачивай игру, и надо теперь тебе изменить это число. То есть пройди гонку любую какую-нибудь. Вообще любую. Я проходил на этих. Как его?
На газон. На косилках, ну. Да. Любую тебе надо просто изменить число. Да? Кто там впереди? Бот. Да, бот. Диман, что, вагон какой-то бешеный вообще. Ну, есть такое. Вагон тема, слушайте, вообще. Ну, вообще давно нереально. Да е-мое. Универсал, моя стихия. Так, последний кружок, ребята, последний, главное... Ааа, только не влез, только не влез! Только не влез! Погрибы, погрибы! Да, блин, грибы, чуть не уехал за грибами уже практически. Грибы? Я уже практически медведя там увидел. За кустами, как он там сидит. Грибы собирает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, последний круг, как бы не продуть-то мне тут, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Одна ошибка, Диман, одна. Да нет-нет-нет, все, я вроде вытащил. А вон Паша с кривым бампером мчится сзади, ё-моё, ну наконец-то, фу ты, блин. Вот эта тема. Так, посмотрите, кто еще едет-то? Антоха вон едет еще, я смотрю. Я не могу бота догнать, ё-моё. Бот профессионал. А у тебя тачка что-то размотана вся. Это вначале я вот понял. Бух! Бух! Меня тут кто-то всандалил. Чё тут за битуха такая жесткая? Будь здоров. О, у меня тачка там вообще что-то чигирями кого-то вваливает. Ох, нихрена. Странно, что и вот эти машины, которые закончили, да, они еще катаются по траектории в основном. Частенько. Опять так, мы 27-й регион что-то засадили куда-то. Следующий. О, слушай, мне опыта дали 1000, аж. Ух, ух. Короче, не посмотрел сколько. Так, слушайте, опять что-то. Так, что у нас? Гонка на выбывание. Мотоцентр. Тоже какая-то. Ух, будет. Ух, ух. Так, слушайте, ну вагон тема, слушайте, вообще порадовал. Это он прям... что-то походу для тебя только тема. Не знаю, вообще огнищем, вялит как сумасшедший. Не, валит он, да, но что-то, блин. Нет, ты просто железо на него много поставил, ты подскинь с него. Не, я специально для него это... Я готов, я опять на этом... Ой, о, ММХ пришел, ММХ вообще гоняет жестко. Он сейчас тут бананов будет нам накручивать. Это давайте, чувствую, сейчас опять выкинет меня. Давайте его заколбасим сразу ММХа. ММХа надо шваркать. ММХ вообще жгет. Рамер, что за рамер, интересно? Рамер, сейчас увидишь. Все, класс. Пашка не готов, ММХ не готов. Они 300-ки поставили. Сейчас я вас протараню на ваших 300-ках-то. Шпилевили сделаю вот так вот. Быстро-быстро! Размотаю двери вам в салон, выгнув в другую сторону, чтобы открывались. И все. О, еще так, пришел один. Слушайте, банда тут собирается. О, маза какая. Больница. Маза какая-то зашла. Алло. Пин 2000, да ну нафиг. Да не, он падает же. А ну да. О, нифига народу уже подтянул. Да, я тебе говорю, ММХ пришел, он который гоняет жестко. ММХ надо сразу долбить. Давай, что, весело на этих косилках ездить. Им главное, знаешь, куда, Рома, надо в бочину бить. Чтобы они переворачивались. Да, я понял. Началось. Деревня лето, жара. О, ММХ опять на этом на белом. Да еб, что за херня? Ай-яй-яй, не ругаемся, не ругаемся, парни, не ругаемся. Пишет на сумке. У меня измененное в ту же строчку вписываю измененное число. И блин, ну мы их прям на хвосте, ё-моё, на выбывание идем-то, ё-моё. Жора, где ты был? Гребаный насос. Ну, дальше. Я с вами разберусь по одному. Теперь, короче, вот он тебя нашел. Вау! Шваркнуло меня.
Да, ну в левом окне большого. Да, вот там вот, которые появились, их, короче, все выделяй. И внизу там есть такая маленькая красная стрелочка, ее нажимай. Ну пошел, 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 разнос. Сейчас я тебя так прижану. Да еб, тоже перевернулся. Да ну нафиг, да. Пали вниз, что дальше. Да вот внизу теперь, короче, вот это число, да, которое вот, количество опыта у тебя. В каждой строчке изменяй на миллион. В каждой строчке? Да, вот два раза кликай, то есть на число вот это. Мы их сзади зараза, как бы его шваркнуть. Еее, я развернул его. Я его развернул. Нормас, я Димас, все нормас. Вагон рулит, ёшкин кот, парни. Ща дерьме. Кого, ММХ-а? Да. Да-да-да, он вставляет, он вот на этом Oldsmobile вообще жарит. Так, написал. Ёшкин дрын. Разворачивай игру. Рот компот. Ну я по менюшкам что-нибудь полази и смотри на свой уровень. Чё там, парни, кто еще? О, Антоха выбыл. Бляха, меня унесло. Твою мать, все мне жопа. Все, кто-то приехал ко мне. Кто-то ко мне приехал. Паша приехал. Паша. Да я только появился, Паша. Я скинулся. А что делать, а? Бляха-муха, бляха-муха. Количество денег, короче, которое у тебя есть, да, сейчас? Давай, Жогова, жги, жги, вагончик. Вот эту же строчку, в четвержине. Ходу, 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 парни, парни. Кто там еще остался? Ай-я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 й. Первую кнопочку вот эту жмакай. Два раза ее надо будет. Быстрее, быстрее. New scan, да? Да, New Scan, да. Он у тебя опять сейчас Фирдскан должен быть. Ни хрена тут тачек стоит. Так, есть. Теперь денег зарабатываю. Ой, все тут парни погибли, геройские, ё-моё, все их тачки горят. Я не знаю, глушитель купили, что-нибудь, без разницы. Надо изменить. Кто-то сзади жужжит, походу Паша. Ой-ой-ой. Быстрее, быстрее, вагончик. Рыжий вагончик бежит, качается. Только дверь открывается. Только двери открываются. Как туда зайти? Ой-ой-ой-ой, стой, 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 блин. Да это жесть! Ушел туда же? Нет! Блин, вообще, я задел опять ограждение. Да я тоже вообще почти остановился. Чуть не воткнулся, елки-палки. Давай, давай. О, ММХ нифига всаживает еще, да? Да. Зараза. Блин, ММХ, он все время на этом Oldsmobile, кстати, гоняет, на этом белом. Помнишь, ты говорил, что 10 кругов они там пилили, что ли? Вот все. Он шпарил на нем. Теперь вбивать те деньги, да, новые? Да, теперь новые и NextGun. Давай, давай, вагончик, ну... Давай, братан, братанюшечка, вытащи. Ищи. Покажи, что ты можешь. Всего одна строчка. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще, я там прям жёлтый лимитер. А теперь смотри, у тебя в нижнем поле, да, там остались те строчки старые. Да-да-да. Короче, там есть такой кругляшок и перечёрк. Давай-давай-давай, вагон, вагон, садись, садись, дин-дин, ядрён батон. Вот его нажми, он очистит. Упс. И теперь вот эту одну строчку, через красную стрелочку вниз туда сбрасывай. Чё там, ещё не всё, что ли? И сколько же ты? Блин, да ёкарный бабай, я думал уже все, приехали. Сера лысого. Давай, 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 не гори. Без разницы. Фу ты, наконец-то, слава тебе, как говорится, господи. Ёлы-палы, еле вытащил. 3 миллиона напиши, тебе хватит вообще за глаза. 860 кэре дали, ёшкин дрын, бабла немерено. Слушайте, вагон огонь, слушайте, бау. Так, сейчас надо мне тачаночку-то поменять. Написал? А, что там дальше? Да, 99 альтернативный, миллионов. Опять трасса, опять трасса. Ну все, разворачивай. Трасса Е-95. Все, асфальтовая трасса, да? Грунт, а ты что, опять выходишь, что ли? Грунт, я уже должен быть там какой-то 40 какой-то. 43-й, да. Грунт, все, отлично. Ой, да, вообще жестко.
Так, ну что? Мультиплеер. У меня еще есть Таченко, да, еще один университет. Теперь нет, это верни и закрой этот. Так. Все. Сегодня, ребята, видите, у нас маленько тут прям в эфире устанавливаем ромки. Ну, прям. Прям в эфире. Так, я тачку меняю. Теперь заходи в мультиплеер, короче. У меня есть еще одна Таченко. Тачанка, растачанка. Ну-ка, подождите-ка. Что-то меня опять долго грузит. Что-то мы... Ну, сейчас, конечно, тебя же опять выкинет сейчас. Как грунтовка тебя сразу выкидывает. Этот опять, он сейчас он будет вставлять на этом. MMX вообще жарит. 27-й регион вылетел. Найди на серверов. Антоха вылетел. Сколько? 5 серверов. Смотри, разноцветное такое. Антоха, ты где опять? Название SLK. Нет, ну давай, да, пока мы это. СЛК в кобочках. Как тот раз, ты сразу. Да, есть. Серый, вот. Кобы, все. Стартвон. Плеер, сейчас попробуем. Давай, ускоряйся. Все, на него присоединяйся, делай. Ускоряйся. Тебя выкинул с игры, что ли? Нет, Подожди, вот, машинку настроили. Все, готов? Ну а ты только... попробуй, да, вообще законнектиться, нет, вообще как работает, не работает. Готов, не готов? Так, тихо. Тихо. Он где-то рядом. Только тачку меняй. Если что, на бандите проедешь, он, в принципе, нормально будет. Нормально. О, есть, Ромка с нами. О, Рома прилип. Да бандита выбирай, Ром. Сейчас прольется чья-то первая кровь. Так. Рома на ракете. Так, я. У меня какая-то хрень. Выбор машин наверху. И выбирай бандита. Выбор машин. Бандит, это вторая, да? Да. Так. Что теперь дальше? Тюнинг ему делать? Не, ничего не надо. Не, давай просто делать. Прокатись, как просто она будет у тебя доехать, не ехать. Он тут все равно толку нет. Туруруру. Ну что, помчались? Ставь внизу слева, готов? Сейчас Рома готов. О, взял поставить. Бандита, да. Где ставить, не пойму. Внизу слева. Все, внизу готов. Экранчик. Ось! Ну что? Я хотел по беспределу. Блин, мы их ты достал. Вон, гляньте, он мне что творит. Прям выпихивает меня, зараза. На-ка, Рома, получи. Да, блин, меня смотри, мы их вообще размотал. Да отпустите меня, господи, отпустите. Рома, налево. О, нифига, Рома там кувыркается. Какой лево, где лево? Да я вижу, у тебя там вертолеты начались. Блин, во львошку мне всю размотал вот этот мымых, зараза, всю тачку разнес. Ребята, бот первый, прикиньте. Да ладно, в натуре бот рулит. Но сейчас мымых уйдет, он вообще нормально вставляет. О, а тут 5 кругов. Ё-моё, мне во львешник весь расхерачили, ёкарный бабай. Я трассу не понимаю просто. Ну привыкнешь что? Повылетаешь, как мы несколько раз. Мы до сих пор иногда не в тот поворот поворачиваем, в отбойники там заходим. Блин, чертов бот, иди нахрен. И вот они. Хера, тачка валит нормально. Ну мы вообще вставляем, да? Ну. Лови его там, Паша, лови. О, спасибо, я пошел. Блин, босс, ну ё-моё, ну куда ты? Рома, нифига, там через дорогу, через морду кувыркается. Блин, этот ММХ достал уже, слышь, иди ты нахер. Вот прилип-то, козлина, а, ты посмотри. Да ты куда мою Вольву в деревья выкинул? Вот пуфил, а. Вот ты, мать твою, иди. Долбить этого ММХ, он припалил. Это был я! Это выехал я, Паша! Это я из кустов выехал! Офигеть! Долбить этого ММХ, он. Вот смотрите, что беспределит вообще!
Вот, пошел в задницу. Ой-ой-ой-ой-ой! Вон он, догонять его. Да его хрен догонишь, его надо только на кольце там ловить и таранить. Да ну нафиг его можно догнать. Я стараюсь, я рядом. Ай-яй-яй-яй. Блин, надо было мне брать этого. Вагончик. Блин, но валит он, конечно, нормально. Да я тебе говорю, он все. Он едет только на этой машине, он все время на ней гоняет, на этой белой. Че такие тормоза херовые, я не пойму. А так машины ты посмотри, какие. Ёбра. Давайте зажимаем его тут где-нибудь на кольце. Давайте, ловите, куда он пошел? В ту сторону. Сейчас я ему воткну. Зараза. Сейчас мы ему все воткнем. О, бах! А я воткнулся вообще в колесо. О, давайте, я его держу. Все, он только поехал. Блин, тут еще под этот корявый приехал. Да и три, смотри. Короче, вообще непонятно где. Я чуть не упал. Ой-ой-ой. Рома вообще где-то не... Я не понимаю, где на какой трассе. Рома заблудился. Блин, ну мы... Как нажать? Как сбросить? Р. Подержать надо. Поддержать надо, по-моему, нет. Блин, нет, меня бот нет, делает, ёкарный бабай. Валите ММХ-а. О, смотри. О, нифига, он здесь уже. Нифига вы там садите. Как он так делает, а? Я не знаю, он сразу. Я смотрите, сажу сейчас. Да загоните его куда-нибудь в отбой. Я не понимаю, что с тормозами. Все, так, наверное, сломались у тебя. Они не тормозят. Да их нету вообще. Не, ну да, у них тут, да. Тут тормоза такие хреновенькие. Все, у меня тачка. Я так торможу вместе с ручником иногда. Тормоз и ручник сразу нажимаю. Все, он меня... тормозится. Бандит, он еще. А, он мстит! Таране, да? Да. Он меня вообще в отбой не бежал. Бах, бах! Ой, я Рому ушатал! Рома, прости! А, я и сам ушатался! Рома, ты готов? Или я готов только? Кто живой-то остался? Чему? Я живу еще. А, так это я ушатался, ядрен батон. Рому протаранил, и все, у меня вульва сдохла, короче. Вообще. Где этот, блин? Паша горит тоже. Паша уже горит. Да, надо привыкнуть просто. О, Антоха, у тебя чё, тачки нихера не осталось? Антоха просто на раме едет на разбитый. Рома, дверь закрой. У тебя дверь правая открыта. И левая тоже. Где этот ММХ? У, Паша, ты его сделал, что ли? Да. Нормально. Вот он тебя развернул! Он улетел! Газуй, Паша, газуй! Он сбросился! Последний круг, да? Да. О, вон я стою так печально так. О, вот он тебя засандалил! Рома там кувыркается. Обалдеть, у вас там мясорубка. Давайте газуйте, он уже пошпилил с круга. Он с круга пошпилил уже, ё-моё. Все, он ушел, он первый, короче. Писец. Ой, жесть вообще. Все, короче. Это кто впереди меня ведет сейчас? Я похож. Это Антоха. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, камеру тоже, что ли, надо каждый раз передвигать, е-мое. Что-то тут надо настроить эту машину явно. Это тебе не спинтайрис, е-мое. Надо что-то надо тут поковыряться. Мы еще тут не лазили, Рома. Мы еще не знаем, что тут еще. Мы просто так пока развлекаемся. Блин, она вообще не едет. Да ничего себе, нормально. Бах, Рома, в отбойник. Оп. Дыщ. Да, Рома, у тебя колеса кривые впереди вообще сюда. Рома, слушай, он доехал, походу. Ну еще едет. Антоха вон в гору поднимается. А, все, я уже. Паша вон. А, это мы. Ты который раз уже тут улетаешь. Да. Тормаживай только... все больше, да. Да, надо перед поворотом тормозить. О, бот тебя догоняет, Рома. Бах, меня. Все. Гейм овер, походу.
Дела. Вы получили 170. Трое не доехали. Я, короче, пошел машину насрать. Трое не доехали. Как? Ну что, друзья, давайте сейчас на этом закончим наше видео, да, и потом продолжим третью часть. Давайте. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите, ссылочка на игру будет в описании под видео. С вами уже был Драйвер Один Рус, Злой Шолон, Антоха Вегас и Голдман Рома РС. Все, всем давайте. Удачки и пока. Ребята, пока. Всем пока.